Приветствую вас, дорогие зрители! Вы на канале «Домашний очаг» с Мариной. Сегодня по вашим просьбам я хочу поговорить на очень щепетильную тему. На то, как мы с вами возрождаемся, когда уже нет сил, нет резервов и нет возможности поднять себя. Чаще всего первое, с чего начинается эта проблема, это то, что у вас нет сил утром подняться с постели. Следующее, у вас нет сил поддерживать в доме чистоту или вообще что-то делать. Очень часто вы отказываетесь от еды, от питания, а с другой стороны, может наоборот, вы перегружаете себя перееданием, вас тянет на что-то сладкое, что-то вкусное, может быть, на алкоголь вас тянет. И это все показатель первый того, что у вас идет истощение энергии. Как саккумулироваться, как поднять себя? Первое, что я хочу обратить внимание, это все-таки не на душевное ваше состояние, потому что ваша душа устала поднимать вас каждый день, в общем-то, на какие-то подвиги, а на ваше здоровье, на вашу физиологию. И первое, на что обратить внимание надо, это, безусловно, на лимфосистему. Именно она так часто дает нам такие, казалось бы, недомогания. Чтобы запустить лимфосистему, большого труда не надо. Первое, это надо пить достаточное количество воды, все знаете. Но самое главное, это сделать элементарное упражнение, можно даже не поднимаясь с кровати. То есть согнуть ноги, разогнуть ноги, помахать руками, обнять себя руками. То есть действительно ваши руки и ноги являются как насосом для лимфосистемы. Больше ничего ее не запустит. Если вы уже поднялись с кровати, сделайте несколько толчков ногами, поднявшись на носочки и стукнув пяточки. Таким способом вы запустите еще венозный венотток и вы проверите состояние своих вен. Если приподнимаясь на носочки до 5 сантиметров и вот так вот резко опускаясь на пяточки, вы можете сделать 15 таких подходов. Если ножки у вас не болят, мышечный тонус вас не блокирует, это показатель, что у вас хороший венотоник. Если вы на 10-12 ударе ножками чувствуете спазмы мышечные, это у вас и застой кроветворной системы идет, и действительно может быть уже начало варикозных проблем. И для того, чтобы поднять себя с утра, безусловно, надо добавить что-то для души. А что добавить для души? Это нужна правильная музыка. Дорогие друзья, правильная музыка – это не обязательно Бароварский марш. Это может быть очень спокойная, медленная, ритмичная музыка. Я каждое утро включаю французскую музыку. Может быть, потому что я путешествовала и была в Париже, была в Франции. Но, честно говоря, могу сказать, что из всех стран мне Франция понравилась меньше всего. Но вот музыка для меня играет нереальное такое ощущение восстановления. И действительно какой-то романтизм, лирика очень легко помогает включиться в сегодняшний день. Если говорить о приеме пищи, первое, в таком состоянии я вам рекомендую не торопиться с завтраком. Попробуйте выпить утром не просто чашечку кофе, а просто чай. Да-да-да, чай, о котором я очень часто и много вам рассказываю в стриме, как мне готовит его муж. Это нужно сделать достаточно крепкий, достаточно кислый, достаточно сладкий. И таким способом вы, второе, что вы сделаете, вы тонизируете сосуды, потому что в чае содержатся вещества, танины, которые как раз дают тонус сосудам. В таком тяжелом состоянии, при неврозе, при депрессии, при лени, при просто вот грустном настроении, вы просто как кисель. И вы, выпив утром просто натощак чашечку вот такого крепко, кисло, сладкого чая, вы поможете головному мозгу действительно получить энергию, ну и включить свои энергетические резервы. Что касается по питанию, я вам советую утром в таком состоянии начинать с белковой пищи. Обычно это или яйца, вы можете сделать яйцо вареное, можете омлет, можете поджаренное яйцо. Но в любом случае откажитесь или уменьшите углеводы. То есть ни булки, ни хлеб, ни каша овсяная. Почему? Потому что при применении... Почему? Потому что в этот период ваш организм делает большой выброс инсулина. Инсулина — это такой
своеобразный гормон, когда вы в плохом самочувствии, настроении, депрессии, и вот эта высокая инсулинорезистентность, она еще больше бомбит ваш организм. И вам кажется, вы вроде поели овсянку, выпили там кофе, чашечку, в общем-то, а организм действительно снова испытывает стресс. Инсулин – это достаточно серьезный такой гормон, который тоже можно отнести его не к гормону стресса, а к гормону тремора. То есть вам может потом все время хотеться кушать, вам добавить чего-то нужно, а у организма просто нет сил на то, чтобы включить переваривание этого процесса. Вы тоже будете чувствовать недомогание. Обращаю внимание на то, что белковая пища в основном это что? Это мясо. Утром натощак оно не очень идет. Это яйца и это творог, молочные продукты. Именно я рекомендую кушать творог именно на ночь, потому что особенно женщины возраста плюс, даже возраст 40 лет, вы должны обратить внимание, что уже нарушено усвоение кальция. Вот именно вечером, последний ужин, скажем так, прием пищи, кальций будет для вас очень хорошо, потому что вечером мы мало тратим энергии, и кальций хорошо усваивается. Следующее, на что я хочу обратить внимание, это, конечно, гигиенические процедуры. Но я не буду говорить о том, что надо душ прохладный, там все вот эти мероприятия женские. Я хочу вам посоветовать, когда вы чистите зубы, возьмите зубную пасту, горошинку, и нанесите на лицо. Мне кажется, что вот это наше уныние, депрессия, грусть, плохое настроение как раз и концентрируется на нашем лице. Лицо, говорят, это зеркало души женщины. И вот когда у вас нет сил подняться, нет сил активизировать, ваше лицо выглядит просто как кисель, кислое, грустное, неприятное. Когда вы наносите зубную пасту, помимо того, что это очищение идет лица, еще идет сильнейшая тонизация, тонизирует сосуды, уходят вот эти ночные отеки, кожа открывает поры. В каждой зубной пасте есть определенные вещества, противовоспалительные и, безусловно, тонизирующие. И вот буквально там 20-30 секунд или минуту подержите на лице зубную пасту, смойте, и у вас уже с лица пойдет такое сияние, ваши глаза, ваша улыбка. Действительно, вы станете совсем по-другому себя чувствовать. Такое ощущение, как будто вы сорвете с себя маску. Маску на лице. И это уже будет как бы некоторые толчки для того, чтобы мы с вами почувствовали прилив энергии. Делаем маленькую остановочку, дорогие друзья. И следующее, на что я хочу обратить внимание, это если вы в таком самочувствии, немедленно снимите это немедленно. Это халаты, платья, юбки. Дело в том, что когда вы одеваете вот такую женскую одежду, платья, юбки, халаты особенно, у вас создается такой колокол, и вы свое биополе не можете сконцентрировать. Оденьте лосины, оденьте брючки, спортивные брючки, оденьте шортики, и тем самым вы активизируете свои нижние энергетические каналы. Ваши ножки, как две антенки, будут подключаться к энергии Земли и действительно питаться энергией активной жизненной позиции. Вы все, наверное, помните, вы все знаете, только вы одеваете халат, сразу наступает на вас лень, хочется полежать и самое главное себя пожалеть, потому что действительно создается такой энергетический колокол. Для женщины это очень важно, как женское начало, но при активной жизненной позиции это очень часто не дает вам никакого потенциала. Но в течение дня, безусловно, я опять же вам рекомендую слушать определенную музыку. Если вы утро начали с такой позитивной, легкой музыки, ну вот я люблю французскую музыку, я люблю французские романсы. Может быть, из-за того, что я путешествовала по Франции, была в Париже. И, кстати говоря, эта страна и Париж оставили для меня самое худшее впечатление из всех европейских стран, где я была, по каким-то энергетическим причинам, может быть. Может быть, что очень много иммигрантов, очень много суеты, и не было такого времени там расслабиться. Но именно французская музыка, вот именно утром, а после французской музыки я, если имею еще возможность посмотреть какой-то французский фильм о любви, лирический фильм, тогда действительно, в общем-то, моя энергия откуда-то берется неведомо, и у меня не
не только поднимается настроение, я, во-первых, чувствую себя совсем другой женщиной, я чувствую действительно какие-то чувства прежде всего к себе, это очень важно, уходит жалость, уходит лень, уходит безысходность и уходит безнадега. И, в общем-то, такие маленькие небольшие советы, дорогие друзья, помогут вам в первой половине дня себя активизировать. Безусловно, я очень часто вам говорю еще такие слова, что женщина должна уметь носить три вещи. Это у нас каблуки, это у нас духи и свой возраст. Поэтому вы можете тоже добавить несколько капель аромамасел, духов для хорошего настроения. А может быть, даже вот эти вот ароматы помогут вам вспомнить какие-то эпизоды жизни, которые действительно делали вас счастливой. Сейчас ваша задача максимально активизировать нейроны мозга, которые содержат вашу прошлую информацию, в той жизненной ситуации, когда вы были максимально счастливы и здоровы, и активны. Это сделать несложно. Для этого можно сесть, можно прилечь и просто вспомнить счастливые, прекрасные свои минуты жизни. И таким способом, без препаратов допинга, без биостимуляторов, без сигареты, без алкоголя, ваше утро начнется позитивным, и вы почувствуете действительно то, что вы сами себя, как Мюнхгаузен, практически всегда сможете вытянуть с очень сложной или жизненной ситуации, или когда у вас уже душевное, духовное, действительно вот такое истощение. И вы посмотрите, что результат не заставит себя ждать. Ну, а мы продолжаем с вами беседы, встречаемся в стримах, просматривайте плейлисты по интересующей вас тематике, и о питании, и фитотравы, смотрите, это очень актуально. И всех новых зрителей я приглашаю на свой канал в плейлисты «Стримы-тесты», где мы с вами достаточно долго общаемся, до 3 часов, и поднимаем очень интересные, важные жизненные темы о психосоматике нашей жизни, нашего здоровья. И очень часто вам... Ну, не стоит идти к психологу, а стоит только поприсутствовать на моем стриме и разобраться в себе. Потому что мы проводим тесты. Тесты – это вопрос, на который вы отвечаете, и вы самостоятельно можете сделать диагностику своего психосоматического состояния. До встречи на моем канале!